В Лос-Анджелесе состоялась премьера документального фильма, который в ближайшее время обещает побить рекорды просмотров по всему миру. Откровениями о своей карьере и личной жизни поделилась одна из самых популярных американских звезд 90-х Памела Андерсон. Актриса и фотомодель много раз оказывалась в центре громких скандалов. Вся ее жизнь проходила под объективами папарацци, но только сейчас Андерсон решилась сама рассказать о своих тайнах и о том, как они повлияли на ее судьбу. Алиса Паршакова увидела ленту. Я впервые хочу быть полноправной хозяйкой рассказа о себе. Почти 2 часа откровений от, пожалуй, самой откровенной голливудской звезды. Может, мне все интервью провести голой? В этом нет никакой загадки. Памела Андерсон, похоже, решила не отставать от коллег, которые штампуют мемуары, и от того же принца Гарри, о чьей жизни уже сняли целый сериал. Актриса и модель в свои 55 пустила журналистов не только в спальню, но и в душу. Мне пришлось строить карьеру на осколках. Но я не какая-то девица в беде. Нашумевшие документалки Памелы «История любви» — голая правда о ее пути к славе. Андерсон начинала с «Плейбоя», затем блондинка с обложки попала в сериал «Спасатели Малибу». Красивые девушки в красных купальниках были настолько популярны, что шоу с аудиторией в миллиард зрителей побило все рейтинги, оказалось в книге рекордов Гиннесса, а Памелу сделали главным секс-символом Америки 90-х и нулевых. Но всю жизнь, признается Андерсон, она мечтала совсем о другом и тщетно пыталась убедить в этом весь мир. Вы хотите быть серьезной актрисой? Я и есть серьезная актриса. А еще она хотела любить, но так и не нашла свое счастье. За ее плечами 6 браков с музыкантами, игроком в покер и даже личным телохранителем. Может быть, это ее самое любимое занятие на свете – влюбляться. Идея разлюбить ей тоже нравится. В ленте собрали все архивные кадры того времени, когда пресса смаковала ее бурные романы. Особенно разгуляли фантазии репортеров на фоне слухов о слишком теплых отношениях с разоблачителем американских спецслужб Джулианом Ассанжем. А чего стоит просочившиеся в сеть секс-видео с мужем Томми Ли? Пятно на репутации, которое Андерсон не может отмыть до сих пор. Я вытеснила эту украденную пленку из своей памяти, чтобы уцелеть. И теперь, когда все это всплывает снова, меня тошнит. Именно Томми Ли Памела сейчас называет своей настоящей и единственной любовью. Она сказала «да» всего через 4 дня после знакомства. И в 90-х они буквально не могли и шагу ступить без папарацци. Ярким у них было все, начиная от свадьбы в бикини и шортах, заканчивая громкими ссорами и домашним насилием. Я много раз забирал ее от адвоката, летал за ней и ее детьми и прятал ее в Аспене месяц, потому что супруг избивал ее. Как раз кинопродюсер Джон Питерс вытаскивал Андерсон из всех передряг и признавался, что 35 лет любил и ждал лишь ее. Сама Памела то ли реально влюбилась в столь верного поклонника, то ли просто решила нестандартно отблагодарить, вышла за него замуж, но не протянула в браке 2 недели. Пикантный наряд на премьере, красное платье в пол, без белья. Все видели так много, но на самом деле лишь ограниченную версию. И я подумала, что это может быть вдохновляюще. Ключи от моих архивов. Я хочу, ребята, чтобы вы имели полный доступ, и вы просто сойдете с ума. Может, в актерской профессии, личной жизни Памела и не состоялась на все 100%, но что-то, по мнению фанатов, сводить с ума она точно умеет. В комментариях еще к тизеру звезду завалили комплиментами.